Сегодняшний мир – это мир комфорта. Еще никогда в истории среднестатистический человек не жил в таком комфорте, как сейчас. Мы передвигаемся в комфорте, мы работаем в комфортных условиях, учимся, отдыхаем, мы даже молимся в комфорте. Я вспоминаю однажды в церкви на улице Серова, 34, очень такой жаркий летний день. Я помню, было очень много людей. Были открыты двери первого этажа, второго этажа, не было кондиционеров. И вот на кафедру вышел проповедник Александр Копотюк, многие, может быть, помнят его. Он вытер пот со лба и говорит: ну что, жарко, а в аду будет еще жарче. И никто вам там вентилятор не включит. Думайте не о комфорте, думайте о своей душе. Друзья, прошло уже больше 20 лет, наверное, мы сидим в новом комфортном зале с кондиционерами. Мы не просто открываем, листаем страницы Библии, мы иногда Библию просто включаем одним нажатием пальца на кнопку. Но стало ли при этом в наших душах комфортнее? Не променял ли современный человек ценность своей души на цену бытового комфорта? Современный священник Михаил Енохин недавно сказал, обращаясь к студентам одного из вузов: «Мы уснули в комфорте современного бытия». И вы знаете, этот комфортный сон, он делает свое дело. И чем он комфортнее, тем он более и более усыпляет душу современного человека. В Дании, когда-то очень набожной протестантской стране, около 200 церквей сейчас на данный момент считаются полностью заброшенными. В них никто за последние там год или два не заходит. В некоторых церквях в Копенгагене я был в такой церкви, чтобы создать комфорт определенной части общества, ввели особые богослужения для представителей ЛГБТ-сообщества. Но и они тоже пустые церкви. В Нидерландах за последние 10 лет были проданы 250 церковных зданий под культурные сооружения, под фитнес-центры, под бары и даже под ночные клубы. А в Великобритании только за последние несколько лет 24 церкви были переоборудованы в мечети. И наоборот, в не очень комфортных условиях для христиан в Китае ежегодный прирост верующих составляет более 2 миллионов человек. А в странах Центральной Африки, где вообще жизнь сложно назвать какой-то комфортной, ежегодное обращение населения к Богу равно пробуждению за период 90-х, 2000-х годов на территории всех стран бывшего Советского Союза. Комфорт – это неплохо, это нормальное, естественное стремление человека улучшить свою жизнь. Но только до тех пор, пока он не усыпляет душу человека, пока он не делает душу теплой, самодовольной, безразличной к тому, что говорит Господь.